Всем привет! Новый день, новый все. Вы на канале Андрей Неретин. И сегодня я хочу снять влог, показать вам красоту нашего Сосновского района. То есть магазинчики, просто влог так пройтись, показать. То есть это не вторая, ну можно так сказать, вторая часть видеоролика нашего. Так что кому интересно, можете подписаться, также поставить лайк и написать комментарий под этот видеоролик. Вон там у нас строительный магазин. То есть, так что как-то вот так примерно это все у нас здесь и происходит. То есть он идет как бы как поселок городского типа Сосновка. Кто-то, может, даже подписчики с Сосновского района есть. Если такие здесь есть, обязательно подписывайтесь на мой канал. Тут здесь вот в Сосновском районе тоже будут ролики выходить. Так. Будет четко. Потом хочу еще купить экшн-камеру. И все. Будет все. Здесь вот у нас магазин «Радуга». То есть здесь так он продукт называется, но сами вон видите, радуга изображена. То есть вот такой магазинчик. Здесь у нас строительный магазин. Это ремонт, отделка, мебель. Вот. Посмотрите, как у нас в Сосновском районе делают тротуары для пешеходов. Что от них даже отходит бордюр. Он отходит от бордюра. Потому что зима, то есть вот этот лед, там все такое, морозы. Он потрескается, он развалится. Там толщина, наверное, где-то вот так вот примерно толщина, слой асфальта вот такой. Ну это вообще, кто так вообще делает, я не знаю. И там щебенка такая светлая она, как вот песок типа того. Так что как-то вот так вот. Если кто-то с нашего района, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк на этот ролик, то есть влог, вторая часть нашего влога. Ну а что, ребятки, не буду вдаваться в подробности, не будем, может, не знаю, улицу вам, смысл ее снимать, то есть дома показывать, какие жилые, какие нет, зачем мы это, то есть я не буду снимать, буду сейчас заканчивать. Ладно, всем спасибо за просмотр. То есть это вторая часть видеоролика. Если кто-то смогу смонтировать, то я добавлю. Так что всем огромное спасибо, кто смотрел, кто подписывался, кто ставил лайк. Всем удачи, всем пока.